Ре, весь этерс ирте. Как зубы, которые уже не вылечить, приходится удалять. В последний день августа городские службы убрали из центра Риги часть столбиков, которые были вмонтированы в историческую брусчатку. При этом безвозвратно поврежденные камни пришлось заменить. В самом начале летнего сезона столбики на улице Терботас были установлены в рамках программы «Рижское лето». К пластиковым ограждениям тогда добавились скамейки, зеленые насаждения и велоштативы. Как и было запланировано в последний день лета, эти объекты были демонтированы. На прошлой неделе Рига Смежи уже демонтировали. В этих зонах элементы озеленения, цветочные горшки. А департамент сообщения демонтирует столбики на участке улиц Терботес от Матиса до Элизабетес. Брусчатка, которая была повреждена при монтаже столбиков, заменена на такую же. Сами поврежденные камни будут храниться на складе. Как долго и можно ли будет найти испорченные брусчатки какое-либо дальнейшее применение, неясно. Напомним, что против порчи исторической брусчатки выступала инспекция по охране памятников культуры. Отметим, что сегодня же в Риге был ликвидирован другой спорный объект – островок безопасности на перекрестке улиц Алтонавас и Ойаравацеша. Он уже успел вызвать недовольство жителей Торнекаунца, а также водителей общественного транспорта. Автобусам приходилось заезжать на тротуар, чтобы повернуть. После чего ошибкой этот объект назвало и руководство Рижской думы. Сергей Герасимов, Кришьяни Слейтис, Латвийское телевидение.